Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители моего канала, с вами снова я, Валдай. И мы продолжаем проходить игру под названием The Last of Us, или Последний из нас. Ну или как перевели ее наши упоротые локализаторы, Одни из нас. В общем-то не важно, важно то, что где-то там позади, за этой дверью, в стенах Капитолия осталась Тесс, которая, к сожалению, оказалась укушена, то есть она в принципе уже не жилец, она заражена. И к ней ломится целая толпа солдат. Она их, конечно, сдержит на некоторое время, но нам нужно сматываться. Так что давайте поторапливаться. Возьмем все необходимое и вперед. Я думаю, что наверх. А там уже посмотрим. Так, понятно. Здесь у нас тупик. Хорошо. Бежим в другую сторону. Притом, реально лучше торопиться. Может, там есть выход. Так, по-моему, они уже прорвались. Охренеть. Надо идти дальше. Так, сюда. Цель нейтрализована, она подстрелила двоих моих ребят. Вас понял? Тут тупик. Господи, Тесс. Все, она мертва. Черт побери, но она дала нам время. Она сделала благое дело, и я это не забуду никогда в жизни. Так, там она что-то есть или нету? Наверное, нет. Они вот-вот ворвутся. Так, скорее, куда нам? Сюда, нет? Надеюсь, что да. Что, это ружье? Отлично. То, что, мать его, нужно. Капец. Ну что ты там кричишь-то, Элли? Новое оружие, охотничья винтовка. 6 патронов. Однозарядная, правда, к сожалению, но да черт с ним, а то, наверное, убойная. Отлично. Это уже хотя бы что-то. Что-то посерьезнее, нежели просто револьвер или пистолет. Так, да уж. Ну, для начала я посоветовал бы тебе не кричать во весь голос. А там уже видно будет, что теперь. Так, я поищу здесь. Так, обыщи коридор. Так, так, так. Ну что, сидим пока в укрытии, я думаю. Ждем, просто выжидаем. Где эта крыса? Один там к нам идет, судя по всему, за этой колонной он слева. И там еще один есть. Давайте аккуратно подберемся поближе. Может, удастся незаметно проскользнуть. Хотя, конечно, это все очень опасно. Там слева еще один. В общем, положение у нас крайне неприятное. С двух сторон могут запалить. По сути. Твою мать. Вот черт. Только не высовывайся. Так, тихо. Тихо, тихо, тихо. Ну, лично я не буду. Да чтоб тебя. Да, да. Я криво как не знаю кто. Офигеть. Ладно, хорошо. Рукопашку так рукопашку. Давай, друг. Получай. Нафиг укрытие. Твою ж дивизию. Бежим. На. Получи. Получи. Сволочь. Так, есть контакт. По-тихому пройти не удалось. Ну да ладно, давайте испытаем, наверное, ружьишко новое. Так, где у нас с этой стороны? О, да. Вещь убойная. Хедшот. Громкая, конечно, ужасно. Идем, Элли. Да, иду. Так, давайте-ка полечимся, наверное. Нас не слабо так покосали, на самом деле, к сожалению. Так, хорошо. 2 патрона. Мало, но пока ладно, пока. Пока хватит. У нас еще в пистолете патроны, в принципе, должны быть. Так, давайте к нему сбегаем, посмотрим, что у него там, может быть, что-то при его трупе осталось, что мы сможем поднять. Нет, к сожалению, ничего нету. Хорошо. Тогда осмотрим эти помещения. Все, пошли. Что у нас, допустим, здесь есть? Ну, по крайней мере, бутылку нашли. Тоже пригодится.
Так, здесь пусто, здесь уже кто-то нас побывал. Идем. И, судя по всему, обыскал этот ящик. Хорошо. Так, ну там был проход еще, но он, по-моему, в одно и то же место ведет, судя по планировке здания, поэтому нормально. Посмотрим, в столе есть что-нибудь полезное? Нет. Вроде как нету. Звуки нехорошие какие-то, вы слышите? Мне это совсем не нравится. Так, еще пилюли. Сколько там у нас их уже? Может быть, накопилось 50? Нет, пока что 40. Тогда пока еще копим. Так, а что, мы делать не можем? Нет, к сожалению, не можем. Один нож, один молотов. В общем-то, не густо. Так. Давайте прислушаемся. Вроде никого не слышно. Хорошо. Нам сюда. Пошли. Осторожно. Лучше не торопиться лишний раз. А то мало ли что. Палка, отлично. Палка нам пригодится. Так, ну и пойдем еще ниже. Вот сюда. Что нам? Отсюда выбраться. Да ты бы не орала бы для начала. Для начала через этот холл. Пригнись, я не знаю, сколько их тут. Так, о, блин, там как минимум двое, а то и больше, трое, четверо. Охренеть, короче. Ну, поджечь бы их всех было бы неплохо, конечно. Ну, фиг его знает, что тут выйдет. Так, ладно, пойдем, дыра. Погоди-ка, или все-таки отсюда? Здесь его дождаться. Просто боюсь, как оттуда кто-нибудь не вышел из той двери. Так, Элли, местами нам, чтобы меняться бы не мешало. Он подходит. Вперед. Так, 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 так. Все крайне плохо, дорогие друзья. Что это? О, пополнил здоровье немного. Это хорошо. Так, ждем их. С той стороны двое. Хорошо. Смотрим. Есть. Отлично. Меняем оружие. Прекрасно. Он, по крайней мере, перезаряжен. Так, ждем еще одного. Бежит, 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 голубчик. Давай, дружище. Заходи, не бойся. Я тебя тут встречу. Блин, сволочь. В обход пошел. Это плохо. Это плохо. Твою мать, откуда? Ах ты, блин. Все-таки перехитрил меня. Сволочь. Готов. Так, слушаем. Еще один есть. Вперед. Твою мать. На, на, получи. Получай, ублюдок. Фу. Ну, кажется, все. С этими расправились. Я уверен, просто на 100%, что можно было пройти по стелсу. Но не получается пока что. Да и так как-то веселее, что ли. Так, патроны — это чудесно. Пока не будем лечиться. Пока, в принципе, со здоровьем более-менее все. Давайте тогда сменим, наверное, оружие сразу на револьвер. Он все же помощнее. Не забудем его, конечно же, перезарядить. Ну и давайте дальше двигаться вперед, обшаривая каждую комнату по пути в поисках нужных нам компонентов, которые нам реально не помешают. Там уже виднеется улица. Вот уже практически за поворотом. Но для начала осмотримся все же. Что у нас, допустим, здесь? Понятно, тот же самый коридор. Только с другой стороны, мать его. Кто там еще? Угу, вижу. Понял. Хорошо. Хорошо, друг. Где ты есть, покажись. Черт, смотрите, вот когда вот он не двигается, он... По сути, получается, не шумит, и я не знаю, где он. Сразу же теряю его. Вот он. Только один он здесь или не один? Нет, их тут как минимум двое. И это хреново. Это крайне хреново. Так, нет, стоп. Вот так вот. Твою ж дивизию. Черт, промазал.
Пожалуй, оставим для щелкунов это оружие. Оно реально хорошее. А с тобой мы и так, дружище, справимся. Если, конечно, косить не буду, но с прицелом пока на джойстике на этом мне как-то у меня не очень хорошо все получается. Больше привык к Xbox-овскому. Оно, собственно, непонятно. На Xbox я всю жизнь, а на PlayStation я несколько дней всего еще пока что. Ничего, привыкнем. Геймпад тоже хороший. Так что привыкнем. Так, ну давай, друг, высовывайся. Я ж тебя достану все равно, в любом случае. Вот ты где. Черт. Последний патрон. А, похрен. Давай. Выход, да, или выход здесь, подожди. Сейчас все будет. Фу, блин. Жестоко. Жестоко очень. Что у нас здесь? Неужели пусто? Нет, кое-что есть. Да, смотрите, это какие-то батончики или какая-то еда. Она, собственно, немного пополняет здоровье. То есть он сразу складывает и не унитай, а сразу хавает, так понимаю, и восстанавливает часть здоровья. Поэтому они не брались, потому что здоровье у нас было полное. В прошлых сериях мы их уже видели. Ну что ж, теперь будем знать. В принципе, все понятно. Кстати, спрашивали многие в комментариях все-таки вопрос, а какой же геймпад удобнее для меня? Xbox 360 или PS3? Однозначно Xbox 360. Он просто мне привычнее, я на нем играю, не знаю, лет 5, наверное, не меньше. А на PS3 пару дней. Может, потом, конечно, привыкну, но так, по ощущениям, по тактильным, даже в руках просто как-то у меня увереннее сидит именно геймпад Xbox-овский. Хотя от PS3 джойстик тоже по-своему хорош. Но все же немного хуже, на мой взгляд. Так, ну как бы то ни было, мы справились с этими бандитами, выбрались на улицу, и, собственно, смотрите, как здесь красиво опять. Офигенно. Просто офигенно. Давайте немножко оглядимся и просто полюбуемся местной природой. То, чем раньше был город. Так, девочка у нас плавать не умеет, теперь у нас осталось двое. Нужно ее оберегать. Она, собственно, это последняя. Вижу. Последняя надежда на человечество, на спасение. Так, а что пригибаться-то? Подожди, я не понял, вроде нет никого. Хотя, ладно, ему, наверное, виднее все же будет. Так, давайте-ка, наверное, поменяем все же пока что на пистолет обратно, потому что один патрон у нас не спасет, и когда он кончится, нам придется очень тяжко. У нас еще никакой дубины не осталось, к сожалению, довольно быстро они ломаются. Но делать нечего, пойдем. Что это такое? Метро, интересно, или что это за место? Они гонятся. Твою ж мать. Да давай ты, Джоэл, не тупи. А самое печальное, вы слышали, да, что он сказал? Щелкуны с ними разберутся. То есть, в этой подземке явно обитают щелкуны. Так, аптечка или молотов? Вот в чем вопрос. Аптечка одна есть, молотов тоже один. Давайте все же молотов. А следующий раз, когда будет выбор, уже сделаем аптечку. Так, ну пойдем потихонечку. Здесь споры снова. Надеюсь, Серега, есть противогаз? Или ей пофиг, у нее иммунитет? Давайте поглядим на нее, где она. Пригнись. Без противогаза. Нет цели. Прием, нет цели. Там солдат ходит. Понял. Оставайтесь на месте. Ждите подкрепление. Вас понял. Держи. Как ты можешь дышать этой дрянью? Я тебе не врала. Ну да, вот, собственно, подтвердили мои догадки только что. Нет, здесь никого. Расчищите район. Найдем и валим отсюда, пока щелкуны не приперлись. Да-да-да, это хорошая идея. Выходи, так. Трус! Так, блин, их двое, это печально, конечно, очень. Офигеть, второй ничего не видит и не слышит. Ну, прекрасно. Тем лучше. Блин, как бы тебя убить-то там, а? Тут нам к нему не пройти, только через рельсы. Ладно, хрен с ним. Он пока меня не видит.
Значит, пока мы в безопасности, в относительной. Тут, в принципе, реально такая темень. Тут только с фонариком и надо бегать. Но пока есть люди, фонарик включать не стоит. Только лишь изредка, чтобы увидеть вот такие гадости. Охренеть. Когда-то вот эта куча мяса непонятного была с человеком. Нам, кстати, по-моему, туда надо двигаться. Но смотрите, он, кажется, возвращается. Давайте устроим ему теплый прием для начала. Так, где он? Угу. Я понял. Давай, друг. Давай, давай, поднимайся, поднимайся. Ну же. Черт побери. Не получилось аккуратно сделать. Будем действовать неаккуратно. Боже, Джоэл! Ну что, Джоэл-то? Он сам виноват. Так, ладно, хорошо. Нам, видимо, придется туда идти, в ту сторону. Но сначала все же хоть посмотреть то здание. Ту часть здания, точнее. Которая находится вот здесь. Наверняка что-нибудь полезное сможем найти. Хотя, как знать, конечно. Может и нет. Сюда мы явно не пройдем. А здесь подняться сможем? Или тоже нет? Понятно. Тоже не вариант. Окей. Значит, все верно, я подумал, нам в ту сторону нужно двигаться. Жалко, что вояк мы не подобрали никакого оружия с них. Очень жалко. Не знаю, может быть, нам стоит в ту сторону прогуляться. Быть может, и там что-то будет интересное. Давайте посмотрим. Хотя, конечно, место не предполагает к прогулкам, конечно, к таким. Лучше бы отсюда поскорее убраться. Но все же здесь у нас есть пилюльки. Это хорошо. Туда мне уже не пройти, но мне уж туда и не надо. То, что хотел, я нашел. Так, ну пошли вперед. К щелкунам. Блин, как же их ненавижу, этих тварей. Очень опасные противники, реально. Очень. Так, через поезд не пройти. По крайней мере, через этот. А здесь? А здесь получится. Давайте-ка послушаем. На секундочку. Вдруг что? Вроде никого. Ну, я лучше буду красться. Как говорится, тише едешь, дальше будешь, не так ли? О, блин, тут еще и вода. Слушай, я не умею плавать. Дерьмо. Что-нибудь придумаем. Я про это и забыл уже. Так, ну давай поплыть, посмотрим. Какие у нас варианты тут, в принципе, есть. О, молодец. Плавать не умеешь, но однако смогла. Так, хорошо. Тут уже явно не сможет. Чем же нам помочь? Какой-то мостик соорудить или какой-то плот найти? Я думаю, пожалуй, плот надо какой-нибудь, надо, типа какую-нибудь доску большую. Так, чтобы нырнуть, нажмите кружочек, чтобы всплыть, нажмите крестик. Попробуем. Так, 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 так. Для начала просто осмотримся. Окей, всплываем. Нам явно в ту сторону нужно. С вами, дорогие друзья. Что ж, поехали. Сюда. И всплываем. Нафиг. Так, может здесь забраться? Нет, не получается у него. К сожалению. А сюда? Тоже, наверное, нет. Блин, темно, ни хрена непонятно. Давай еще раз нырнем, посмотрим. Успею, не успею сюда доплыть? Успею. Нормально. Давай, всплывай. Как-то я уже больно далековато заплыл, мне кажется, от нее. Блин, как же здесь темно, ни хрена не видно, на самом деле. Друзья, еще YouTube наверняка затемнит. Ну тут уж поделать ничего не могу. Так, ныряем снова. И снова смотрим. Через поезд, наверное, надо. Блин, офигеть, в поезде ничего нету? Быстро-быстро оглядимся. Нет, вроде ничего. Давай, Джоэл, вверх, вверх, вверх. Элли! А, вон она где, смотрите-ка, у нее тут все, в принципе, нормально пока что. Она за нами следует, значит, все хорошо. Окей, тогда плывем дальше. Мне кажется, ли там кто-то ходит? По-моему, так и есть, блин. Жесть. Так, ладно, по крайней мере. Здесь можно выбраться. Или погодите, или там какая-то просто доска. Смотри-ка, фиг поймешь. Еще работает. Что работает?
Так, записка контрабандиста. Давайте посмотрим. Твой контракт, парень по имени Фрэнк, это мой торговый партнер из внешней зоны. Ему нужно в К3 Бостон. В КЗ Бостон, карантинную зону. Встретишь его выхода из метро на Парк-стрит, прямо у Капитолия. Вот его виза для бумаги и бумаги для карантинной зоны. Классно сделано, да? Осторожней там внизу, мои люди видели много щелкунов и лазутчиков. Где его черти носят? Уже 2 часа тут торчу, как идиот. А в тени вроде бы кто-то что-то двигалось. Такое чувство, что лазутчики вот-вот нападут. Ладно, даю ему еще 15 минут, а потом ухожу. Это, видимо, стало его роковой ошибкой. Офигеть, конечно. Жесть. Подождал еще 15 минут. Только так, ладно. Не оставляй меня тут. Да, не успокойся. Сейчас все будет. Так, ну давай, ныряем по новой. И плывем сюда. Блин, тут можно всплыть, нет? Можно. Давай, 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 давай. Не высовывайся. Да действительно, больше особо-то ничего. Там внизу что-то было еще. Так что поглядим сейчас. Что мы для начала имеем здесь, в этом помещении? Вроде как и ничего. Ну давайте тронырнем вниз еще, посмотрим, что внизу. Там явно что-то полезное я видел. Так, 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 давай, Джоэл, давай. Блин, надо поторапливаться. Как-то можно быстрее плыть, нет? По-моему, ни хрена. Давай, 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 давай. Хватай все это дело. Схватил? Все, отлично, молодец. Все, уходим, уходим, уходим. Ну давай, как же ты упорно плаваешь, а? Успеем, нет? Надо успевать. Надо, надо, надо. Давай, 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 выныривай нафиг. Есть. Фу. В последние секунды. Просто тупик. Да, по сути, ничего интересного. Так, ну что, пойдем на другую сторону. Попробуем сплавать. Там лестница. Отлично. Может пригодиться. Так, погоди, мне ее не достать получается. Хотя как-то глупо на самом деле. Тут, по-моему, можно было легко забраться. Ну ладно, допустим. Вот, по-моему, какая-то доска. Ну-ка. Вот, отлично. Что такое-то? А, фонарик. Я понял. Так, погоди-ка, Эри, давай, я нашел тебе плод. Блин, нереальная темень, друзья. Я не знаю, какой вы смотрите сейчас, в данный момент. Слушай, я пока записываю видео, мне просто ни хрена не видно. Залезай. Чего? Эли. Ладно, ладно. Так, тихо ты, так не прыгай ты, осторожно. Давай мы тебя сюда тащим. Осторожней. И ты мне подашь лестницу. Спокойно. Нет? Да, отлично. Водичка-то должна быть холодная, наверное. Можем бы, конечно, в ту сторону сплавать еще, но что-то не очень уже охота тут шариться. Давай сюда дурацкую лестницу скорее. Я хочу уже залезть и обсохнуть. Отлично. Держу. Спасибо тебе большое, дорогая. Да, в такие моменты, в таких местах игра реально напоминает хоррор, на самом деле. Достаточно стрёмно здесь находиться. Такая подземка, кругом трупы, блин. Там впереди куча зараженных наверняка будет. Куча щелкунов, в общем-то ничего хорошего, короче. Так, просто поглядим, что у нас здесь, потом вернемся обратно. Тут заперто. А туда прыгать даже и не хочется. Ну его нафиг. Давай, Трайли, вперед. Сюда. В эту дверь. Так, а теперь скорее отсюда. Так. Да, что здесь как-то вообще реально не клево. О, наконец-то улица. Бог ты мой, у нас получилось. Прям уже и не верится. Фу, можно выдохнуть. Слушай, насчет Тесс. Не знаю, что... Уговор будет такой. Ни слова про Тесс. Никогда. Мы с тобой вообще не обсуждаем прошлое. Второе. Ты никому не говоришь о своей особенности. Решат, что ты спятила или убьют. И ты будешь делать, что я скажу. И когда скажу. Ясно? Да. Повтори.
Ты тут главный. Молодец. То-то. Повторила. К северу отсюда есть город. Один человек там кое-чем не обязан. Может, найдет нам машину. Окей. Ну все, пошли. Кстати, да, про машину тоже подумал, на самом деле. Это же реально выход из ситуации, притом очень хороший. Потому что передвигаться нам, судя по всему, нужно далеко и долго. И проще было бы это сделать. Нам туда. На колесах. Вниз, срежем, так быстрее. Ух ты. Офигеть. Что? Ничего, просто... Я раньше никогда такого не видела. Леса, что ли? Да. Не бывало в лесу. Тут классно. Да, Элли, тут реально классно. Я сам в шоке, дорогие друзья. Только что, просто какие-то считанные мгновения назад мы с вами были в какой-то темной мрачной подземке, заполненной водой и трупами. А теперь смотрите, почему как ты не вернул игра меня? Изменилась. Она обратилась к нам, потому что сама бы не справилась. Может, ей уже лучше? Ха. Не хочу тебя расстраивать, но шансы выжить у твоих друзей с самого начала были невелики. Она сильнее, чем ты думаешь. Без разницы. Сомневаюсь, что смогу доставить тебя обратно в город живой. Так что пути назад нет, хотя меня это совсем не радует. Мне кажется, нам нужно было налево пойти. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Уж больно интересно. Тут можно подняться? Да, можно. А тут уже нет. Просто камень. Хорошо, одна с этой стороны. Блин, как же красиво. Вот смотри сюда. Кое-что есть. Пилюли. Не зря мы сюда сходили. По-моему, теперь нам должно хватить. Посмотрим. Да, шикарно. Максимальное здоровье. Или все-таки прокачать дальность слуха и, допустим, скорость лечения. Или колебания оружия. Да, выбор тяжелый. Нет, пусть будет максимальное здоровье все-таки. Не помешает. Офигеть, следующая стоит уже 100. Так, здесь пока что у нас все печально. На то здоровье побольше. Даже заслужили ачивку. Блин, как же красиво. Все равно я просто поражаюсь, на самом деле. Разработчики вообще very good. Просто молодцы. Такое сделать. Это потрясающе, мне кажется. Особенно потрясающе в таком контрасте. Вот реально, несколько секунд назад были. С кем там здоровалось-то? Там кто-то был, что ли? О, там что-то валяется. Пойдем посмотрим, что. Отлично. Это нам пригодится. И это, пожалуй, тоже. Так, теперь поглядим. По-прежнему пока не хватает нам крепежа, а тут не хватает тряпок. Жаль. Очень жаль. Ну да ладно. Спасибо и на этом. Так, ну не знаю, куда нам. Налево-направо теперь. Пойдем направо снова. Блин, офигенно красиво. А там впереди уже какие-то строения, по-моему, виднеются. То есть лес такой, на самом деле, небольшой. Довольно. Да, смотрите, там уже забор. А значит, возможно, люди, возможно, зараженные. Да кто угодно, короче, возможно. Тут ничего у нас нет интересного. Нет, вроде бы ничего. Ну окей, пошли. Ага. Как всегда. Так. Перелезем? Нет, наверху колючка. Придется искать обход. Да, пистолетом я уже понял, что не вариант вышибать. Потому что, вспомните, попробовали в одной из серий. И ничего у нас не получилось, поэтому просто патрон потратили один. Так что пойдем обход вдоль забора. Быть может, что найдем интересного. Вот, кажется, здесь можно будет забраться, мне кажется. Поглядим. Ого, смотри. На кого ты там смотришь-то? Кто там? А? Цикады. В смысле, настоящие. Да, вижу. Да, цикады. Прости, я что-то забылась. Да, тяжело на самом деле в таком вот мире, постараюсь вот подростку оставаться по-прежнему ребенком, потому что здесь, блин, такие опасности, и дети взрослеют довольно быстро. Потому что либо тебя убьют, либо ты убьешь. Третьего не дано. А ведь, по сути, это маленькая девочка, которой все-таки хочется иногда еще побыть обычным простым ребенком, подростком, и там, не знаю, радоваться каким-нибудь бабочкам, цикадам там и так далее, зайчикам и прочему.
Так, переходите провалы по доскам. Такая явная подсказка, что где-то у нас доска ждет. Наверняка вот на той крыше, я больше чем уверен. К тому же на нем можно было забраться. Просто я решил смотреться сначала по сторонам, а потом уже залез на нее. Полезу, осмотрюсь. Так, о, отлично. Труба, притом нифиговая такая, смотрите, с ножницами какими-то, что ли, примотанными. Да, реально с ножницами. Так, улучшение холодного оружия. Улучшенным холодным оружием можно убивать врагов с одного удара, но улучшение обладает ограниченным запасом прочности. После определенного числа ударов оружие сломается. Так, вижу, прочность наверху, а внизу прочность улучшения. Требуется изолента, оружие и ножницы. Ну понятно, ну блин, выглядит эпично. Офигеть. Представляете, такой бандурой кому-нибудь засадить в голову. Так, ладно, все это, конечно, здорово, но я по-прежнему пока что не вижу, где доска. А вот же она стоит, боже ж ты мой, вот этот слеподыр. Ладно. Хорошо. Так, а нам... А, ну кажется, я понял. Кажется, я догадался. Сначала поставим ее здесь. Теперь опять заберемся наверх. И там возьмем ее. Да, идеально. Давай, Элли, поднимайся ко мне. Отлично, молодец. Сообразительная девочка. Как-то лучше. Так, в этот раз я пойду первый. Ах, ты зачем ты берешь-то ее обратно? Ну, проверить надо было. Там треугольник загорелся, мне стало интересно, что он сделает. Окей, пошли. Это ты, Билл? Где вы встречались? А? Когда как? Я здесь раньше не бывал. Я знаю, что он тут живет, но... Да, я здесь не бывал. Думаешь, он там, где дым? Будем надеяться. Что ж, тогда пошли, узнаем. Ну, пошли. Ну, пошли. Значит, мы идем к другу по имени Билл, который может нам помочь, может нам машину намутить. Хотя, честно говоря, вот, судя по состоянию этих автомобилей, как-то верится с трудом, конечно. Так, а с бутылка есть? Есть. Тогда кирпич брать не будем. Все-таки изменила свою версию. Бутылки, по-моему, покруче. Мне понравилось, как мы охраннику одному всадили по голове бутылочкой, а потом довольно легко с ним справились. Это было круто. Офигеть, смотрите, как все заросло, да? Просто жесть. За каких-то 20 лет. Да уж. Так, ну нам, видимо, туда вниз, к этому зданию. Тут забор, тут не пройти. Путь только один-единственный, но стоило, конечно, смотреться. Спускайся. Смотри под ноги, не свались. Так, а здесь мне, кстати, не очень нравится. Мне кажется, здесь могут быть враги. Лучше послушать. Пока не слышно. Слишком далеко. Ну что ж, давайте, наверное, на этом месте закончим тогда, в принципе, и продолжим уже в следующей серии. Я надеюсь, что вам понравилось. По-моему, она тоже получилась достаточно крутой. Жалко, конечно, Тесс. Жалко, что она погибла. Но главное, что Элли уцелела. У Элли есть иммунитет. И значит, можно, теоретически можно добраться и попробовать сделать вакцину с помощью ее крови там или как-то еще. В общем-то, шансы у человечества пока что остались, пока живет эта маленькая девочка. Надеюсь, что вам понравилось, дорогие друзья. Старайтесь свои комментарии, не забывайте подписываться. Ну и, конечно, расставить большие пальчики вверх. Мне будет очень приятно. Ну и до новых встреч. Всем пока-пока.